чем ты увлекаешься? Хожу в клуб «Мечта». Танцуем и занимаемся гимнастикой. На футбол, в дровичок. Вчера мы занимаемся, потом футболка. На дровичок в нашем садике. Мы занимаемся спортивными играми там. Бегаем. Я люблю рисовать, лепить и мастерить. Ну, я делаю из бумаги. Вот я что-нибудь складываю, но сама не знаю, что. И у меня в конце получается что-нибудь. Мама меня записала тут на кружок, на компьютерах работать. Рисовать и петь. Как любишь проводить выходные? Играть в лего, гулять с друзьями. Рисовать. Котиков, мишек, попугайчиков. По выходным мы с мамой ходим на каток. В парк мы ходили вместе с папой и мамой. Я люблю ездить к бабушке, играть в игру мимо. Чем занимаешься в садике? Игра «Поймай монстрика». Там надо бросить 3 кубика и найти, как на кубиках показано, так надо и найти этого монстрика. Дать, рисовать, давай, что играть? Мастерить, тренировать. Как проводишь лето? Я следующим летом, поеду в лагерь. Интересно. И в этот день у меня и будет день рождения. 7 июля. Купаться на даче в бассейне. Есть малину в моем маленьком домике. Летом я люблю играть в бадминтон. Ну, ходить в бассейн, ездить на море, собирать одуванчики. Чем хочешь заняться в будущем? Спортом заниматься. Хочу попробовать на фортепианах играть. Но моя мама планирует идти в школу рисования, ходить на компьютер, заниматься.